Здравствуйте, меня зовут Ирина, я волонтер Днепропетровского координационного центра по помощи переселенцам из Крыма и Донбасса. Как называется этот центр называется «Допомога Днепра». Здесь мы помогаем людям, которые убегают от войны с территории Восточной Украины. Это территория двух областей, Донецкой и Луганской областей. Центр существует этот недавно, то есть он открылся только 6 июня. И по инициативе губернатора области Игоря Валерьевича Коломойского. То есть нам городские областные власти очень помогают. Раньше этот центр находился, то есть в основном люди были переселенцы из Крыма, то есть те, кто не смог смириться с аннексией Крыма России, вот, но поток был не такой большой, как сейчас, вот, поскольку все-таки в Крыму тут не было военных действий. Вот, до этого центр по работе с переселенцами этот находился при областной государственной администрации с начала марта. Но так как за последние пару недель поток беженцев стал стремительно увеличиваться, то было принято решение выделить нашему центру это общежитие, которое несколько лет оно не работало. Это общежитие работников электротранспорта, то есть работников трамваев, троллейбусов. Вот, оно очень удобно расположено. Здесь буквально 2 минуты до железнодорожного вокзала и до автовокзала. Вот, то есть центр работает круглосуточно. Наши телефоны, СМИ, адрес показывали. Мы в интернете максимально стараемся там их размещать. Люди приезжают сюда, и мы им помогаем. Это общественная организация. Вот, то есть никто нас не спонсирует. Мы, я имею в виду, только за счет пожертвований добрых людей, предпринимателей, то, что сами жители города и области приносят. То есть, поэтому... А господин Коломойский же тоже помогает? Помогают, Да, то есть нам помогают власти в том плане, что есть крыша над головой, но это временное пристанище, то есть люди приезжают сюда, можно и ночью, здесь их покормят, дадут им место переночевать, а потом девочки-волонтеры подыскивают какое-то жилье, где можно уже остановиться там месяц-два, поскольку здесь недостаточно места. Ну, в основном Днепропетровск, но вы знаете, очень многие люди, которые приезжают сюда из Донбасса, потом, если их селят в Днепропетровске, потому что это не только наш город, это уже и по области, поскольку не получается здесь всех принять. Многие возвращаются, говорят, а что можно помочь? То есть мы готовы здесь что-нибудь там приготовить, картошку почистить, там за хлебом сбегать, за детьми посмотреть. В центре оказывается помощь психологическая, работают психологи, работают с детьми. Самое главное, то есть это дети, которые... приезжают, этих детей сразу видно, то есть это дети затравленные, запуганные, они с испуганными глазами, они плачут и не хотят отрываться от мамы, от родителей. За эти 10 дней сколько существует организация, сколько уже беженцев приехало сюда, в Днепропетровск? Вы знаете, многие приезжают неофициально. То есть у украинцы дружная нация. То есть многие просто приезжают, к родственникам. То есть, буквально 10 дней, 2 недели массово начали люди выезжать, когда ужесточилось там положение военное. Поэтому мы не можем сказать о всем количестве людей. Мы приняли где-то тысячу, до 1500 людей. Центр наш разместил. То есть точных цифр я вам не скажу. У меня еще такой вопрос, на ваш взгляд, как можно разрешить ситуацию на Украине, то, что сейчас происходит на Востоке? Ваше личное мнение. Остановить войну. Как? Не знаю. Сложить оружие всем, как наш президент вчера предложил. Коридор мира, он предложил сложить оружие, то есть пока граница с Россией не открыта, то есть выйти всем, кто не совершил очень серьезных преступлений, то есть оружие нужно складывать и прекращать этот военный конфликт, потому что это очень плохо. Но вы за целостность Украины? Конечно. Украина едина, и Крым – это территория Украины. Я думаю, что эта война прекратится, как и любая война. Просто вопрос в том, когда и какими жертвами. И Крым Украина вернет тоже.